День семьи, любви и верности. Добрый, светлый праздник, собравший в Щелковском театре 8 семейных пар, рука об руку прошедших долгую счастливую жизнь. На праздничном мероприятии присутствовали супруги, отмечающие разные даты – от серебряной до бриллиантовой свадьбы. Так, например, семья Латашовых вместе более 55 лет. Они встретились в 59 году, как часто бывает, на работе, в почтовой службе военного городка. Галине было всего 16. Внимательный статный юноша практически сразу покорил сердце красавицы. Мы с самого начала друг друга уважали. Это в первую очередь. Я уже не говорю о том, что мы любили и все прочее. Сами цифры, по-моему, говорят об этом, сколько мы вместе живем. И, как говорится, все, как говорится, те радости, те, может быть, плохие события, как-то мы вместе все это переживали, все это было у нас общее, к единой цели стремились. В основе праздника лежит история любви двух православных святых Петра и Февронии, жизнь которых в наши дни признана эталоном семейного благополучия. Супругов, которые также, несмотря на невзгоды и трудности, остались преданы своей половинке, в день праздника наградили медалями за любовь и верность. Но это награда особая. И дается она одной паре от района раз в год в день семьи, любви и верности. Яркий концерт прошел специально для дорогих гостей. Песни, танцы и даже гадания на ромашке – символы праздника приятно порадовали супругов. Кавалеры приглашают дам, под музыку нежного романса они кружатся в очаровательном вальсе любви. Отношения в браке – труд не из легких. Однако только вместе, преодолев все невзгоды и превратности судьбы, можно сохранить самое дорогое, что есть у человека – семью. И мне хочется поздравить все жители Щелковского района, да и вообще всех, с Днем любви, семьи и верности. Любите друг друга, цените друг друга, уступайте друг другу и сохраняйте свой очаг, семейный очаг. Лилия Дворецкая, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».